Башкортостан вошел в первую десятку регионов страны по количеству поданных заявок на конкурс «Лидеры России». От республики в федеральном проекте зарегистрировались почти 6 тысяч участников. По словам организаторов, по статистике на конкурс чаще всего заявляются люди в возрасте от 35 до 50 лет. Особую активность в последнее время проявляют женщины. В этот раз от них поступило почти треть всех заявок. Это в два раза больше, чем в первый год проведения проекта. Но повышенный интерес к конкурсу среди жителей республики связывают с проводимым в республике конкурсом «Лидеры Башкортостана». Жители, уже пройдя первые этапы в регионе, увидев то, что насколько это реально, насколько данная политика прозрачна, они, конечно же, с огромным доверием подают заявку на федеральный конкурс в надежде победить, выиграть грант и получить зону роста. В этом году на конкурс «Лидеры России» заявились участники со всей России и 68 стран мира. Особой популярностью пользуются специализации «Финансы и технология», «Наука» и «Здравоохранение». Согласно условиям конкурса, победители получат грант в 1 000 000 рублей и возможность работать с наставником из числа лучших управленцев страны.